Ну вот наш чистомер во всей красе. Средние волны. Прекрасно показывает средние, длинные. Включается вместе со всем приемником. Вот так вот соединяется. Блин, рук не хватает. Вот когда не нужен, его можно сюда вот спрятать. Спрятать и закрыть, чтобы он не мешался, тут этот кабель. Вот как-то вот так. И все. Есть у нас теперь цифровая шкала.